Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проекте снова перестановки. На поляну отправили Алексея Марченко и Машу Филиппову. Появились слухи об очередном служебном романе на Сейшелах, но имя мужчины, у которого отношения с Мэри Кулешовой, пока не разглашается. Лилию Читрару отправили на остров любви. Ее отправляют одну, чтобы проверить их отношения с Сергеем Захарьяшем. Сергей просит своих поклонников голосовать за его скорейшую отправку на остров. На тете с Майей Донцовой и Алексеем Купиным Влад Кадони обмолвился, что Алексей скоро станет отцом. Маша Кахно написала, что она очень рада, что сделала две пластических операции. Она мечтала об этом еще лет 8 назад. Несмотря на преображение, она сохранила свою индивидуальность и стала гораздо более уверенной в себе. Валера Блеменкранц опроверг слухи, что его мама Елена Петровна может прийти на Дом-2, чтобы помогать с ребенком. «Моя мама не придет, у нее есть дела куда важнее – маленький ребенок и два бизнеса. И вообще, мамам на проекте делать нечего». Сергей Самсонов влип в серьезный скандал. Он пытался обогнать машину, но не смог сделать это из-за плотного движения. Когда он напал на этот автомобиль, где находилась супружеская пара, он ругался, показывал неприличные жесты, разбил кулаком зеркало. Женщина написала на Самсонова заявление в полицию. Оказалось, ее муж болен раком, и они ехали в больницу. Свежие снимки Егора Халявина без фотошопа доказывают, что операции по откачке жира и моделированию фигуры ему ни капли не помогли. В сети появилось лесбийское видео, на котором Саша Гозиас целуется с девушкой. Почему-то зрители совсем не удивлены. В недавнем эфире озвучили интимные проблемы в паре Сергея Кучерова и Юлии Ефременковой. Главная проблема пары, которая приводит к конфликтам и дракам, заключается в неудовлетворенности Сергея. Нехватку волшебства он и компенсирует рукоприкладством. Дмитрий Тарасов переписал новый особняк на Анастасию Костенко. Девушка опубликовала фото возле нового дома и подписала снимок «Первые выходные в нашем доме», а Тарасов добавил «В твоем, родная». Таким образом, он прозрачно намекнул, что переписал недвижимость на Костенко, а не на свою маму, как это делал раньше, когда был в паре с Бузовой. А Ольга Бузова делится с подписчиками впечатлениями от катания на американских горках. Девушка в восторге. А вечерами Бузова ходит на свидание. Ее пригласил провести вечер молодой человек, который снимался в ее новом клипе. «Приятно, когда ты нравишься настоящей», – пишет она. Элина Камирен решила избавиться от лишнего веса. Ее максимум всегда был 52 килограмма, а тут уже 56. Невеста Глеба Жемчугова опровергла слухи о предстоящей свадьбе. «Мы с Глебом в хороших отношениях, но заявлять о свадьбе я не готова», – пишет девушка. Ольга Ветер публикует снимок со своим молодым человеком и с друзьями. Они едут дружной компанией отдыхать на море. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.